Добрый день! Сегодня я расскажу вам об уникальной новинке теплового сезона от компании Timberg. Электрическая завеса серии WSM Aero 2. Прибор, который не только объединяет в себе все наработки, используемые в более ранних, популярных сериях электрических тепловых завес торговой марки, но и привносит немало нового. Инженеры компании Timberg усовершенствовали конструктив и эффективность прибора, выведя продукт на принципиально новый уровень качества и потребительской ценности. Благоразумная цена и целая плеяда технических новшеств делают новинку настоящим событием теплового сезона 2014 года. В линейке присутствуют приборы с максимальной мощностью 3000 и 5000 Вт. Более подробно перейдем к новинке, ее дизайну и техническим особенностям. Несмотря на то, что данный тип приборов не имеет стопроцентной направленности на бытовой сегмент, торговая марка Timberg позаботилась о внешнем виде серии Aero 2, внеся свежую струю на этот консервативный рынок. Современный, утонченный дизайн новинки резко выделяет ее на фоне аналогов, привлекая внимание потребителей и смещая интерес потенциального покупателя в пользу продукции именитого бренда. Обратите внимание на ударопрочный корпус усиленной конструкции с износостойким, мелкодисперсионным, антикоррозийным покрытием. Стальной корпус завесы Aero 2 покрыт высококачественным полимерным покрытием, которое защищает его от воздействия окружающей среды и значительно увеличивает срок службы прибора. Aero 2 предлагает пользователю возможность универсальной установки, максимально расширяя сферу применения и удобство эксплуатации. В приборе использована технологическая концепция Aerodynamic Control, позволяющая использовать нагревательный элемент с максимальной теплоотдачей и создавать идеальную компрессию воздушного потока для повышения эффективности работы прибора. У этой модели электрических завес есть ряд отличительных особенностей, а именно аэродинамическая перфорация корпуса и внутренняя конструкция направляющей воздушного потока, которые позволяют повысить эффективность работы прибора и улучшить его характеристики. В отличие от аналогов, серия Aero 2 создает ровный поток воздуха, который абсолютно равномерно и с большей мощностью выходит в помещение, создавая преграду для нежелательных температурных условий внешней среды. В качестве нагревательного элемента в серии Aero 2 используются высокоэффективные стич-элементы. Это позволяет практически мгновенно выйти на рабочую температуру, обеспечивая максимально экономичный расход электроэнергии. Двигатель с увеличенным ресурсом и многоуровневой защитой от перегрева – гарантия высочайших показателей эффективности и надежности эксплуатации. Особое место при создании прибора занимала безопасность эксплуатации. Принципиально новое, безопасное расположение нагревательного элемента позволяет создавать равномерный, плотный тепловой поток по всей высоте и высокую производительность по воздуху. Аэродинамический прорыв – угол забора воздуха 130 градусов. Несколько режимов работы – вентиляция, экономичный и интенсивный обогрев – для создания еще большей атмосферы комфорта. Прибор может работать в трех мощностях. Управление завесами мощностью 3 и 5 кВт осуществляется с помощью клавишных переключателей блока управления. Тепловые завесы Timberg создают равномерный высокоскоростной поток по всей площади рабочего проема.